Ну, я же так глубоко не изучаю, просто... Вас часто американцы обманывают? Ну, давайте. Ну, а вы как относитесь вот к этому? Нет, например, когда американцы нас обманывают? Так, по-крупному, серьезно, ну, давайте. Ну, хорошо, или вот это было стремление нас разорить. Я про американцев. Когда они вас обманывают? Ну, да. Про Вторую мировую когда войну говорят, что мы, они выиграли, а мы там... Кто выиграл? Вместе выиграли. Да. Все ну, то есть это все такие были... Ну, короче, вы верите в то, что это правда. Я тоже знаю. Ну, видимо, ну, очень много как обычный телезритель просто интересует. Потому что глубоко погружаться нет. Смотрите Варан ТВ и ТВ-3. Мне вам нравится обман. Нет, мне не нравится. Поэтому я подошла к нормальный. Хорошо. Тоже хороший, серьезный. Рекомендуйте. Ну, сами. Рекомендуйте. Ну, и народ. Ну, нормально.